Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Camo is Mine. Сегодня пятница пришла, та самая пятница. Мы вчера, кстати, вообще обосрались, оборжались просто от этого фильма. Как он, братья из... Гримсби. Это вообще просто, ну это настолько дебильный юмор, ну тот, который мы любим. Что просто, ну вот этот, как он, я опять забыл, Саша Барон Коэн или что-то типа того, который Барата играл вообще, мужик, ну блин, это просто, ну... Столько было такого трэша и угара, что... Ну, он очень жесткий. Ну, жесткий. Ну, жесткий в плане того, что юмор вообще, то есть без цензуры, без всякой абсолютно. Вот. Алиска с утра дошивает бабл. Я, короче, Алисе отдал стол для этого дела, вот он стоит. Сам демонтировал работу вот в таких условиях, по, не знаю, по восточному, в общем, сидел на полу. А, да, Алиса, короче, собирается это, Winterfell, или что там, как там? Игры престолов? Да, ну который там, а, стена, на стену, во, на стену, короче, черная ворона. А меч где твой? Сейчас сделаем. Не сшила еще? Сейчас сделаем. Из пенопласта, блин. Короче, сейчас сделаем перерыв на все про все, идем в магазин. Купим бананов, потому что ребята уже едут обратно с Черноморского побережья. Вот. И сегодня, надеемся, сделать бабл. Вот так вот, ребят, если не хотите идти с ребенком гулять, просто устройте хорошее местечко удобное и включите какого-нибудь, вот мы свинку Пеппу врубили, и теперь можем спокойненько доснимать бабл. Да. Сейчас, короче, смотрите, Алиса сделала уже чехол, и сейчас мы будем засыпать туда гранулы. Не знаем, как это сделать, но, во-первых, на фоне вот так вот будем делать, как сейчас удобненько все это сделаем. У нас нет пылесоса. Да, нет пылесоса, потому что будет дофигища, я думаю, мимо сыпаться. И сейчас нам нужно сделать воронку. Воронку из крафтового картона сейчас сделаем. Да. Погнали. Но мы это снимать не будем, это все будет на отдельном канале. Да. Это прикольное ощущение. Я как даун сейчас какой-то был. Боже, теперь... Короче, у нас нет пылесоса, и это сейчас будет проблема большая. Да. Я чувствую, мы сегодня поедем. Зря ты это вообще сделал, конечно. Очень зря, я не могу снять это с тебя. Я просто какой-то супергерой. Не знаю только, что это за суперспособность такая. Так, ладно, все. Все, снимаем дальше. Да. Ну и что, неплохо? Оно, конечно, неплохо, но есть большой минус. Какой? В интернете плохие данные. Да, все просто делают не по размерам. Да. Придется, короче, переделывать. Так что в ближайшие дни придется, да, все переделать. Ну, ушивать. Не все переделать, а ушить просто нужно, сделать поуже. Ну, это не так уж просто. Да просто, мне кажется, тонешь в нем. Да. Бассейн. И ушел весь пакет этих шариков. Угу. То есть вот все снаружи, видите, валяется. Конечно, как вариант, второй чехол просто сделать меньше. Ну, значит, да. Значит, просто второй чехол, он... Крепче должен быть. Да, должен быть намного крепче. А это маловероятно. И поэтому лучше, наверное, сначала переделать этот чехол и уже второй делать меньше. Ой, Алис, тебе кто-то в гости сейчас придет. Идем ко мне. Идем. Сделали вот такую бандурину. Ушили. Ушили, да. Да. На меня атакуют все. Теперь будем убирать эти шарики, потому что... Чика. Потому что слишком много шариков. Теперь нужно как-то избавляться от вот этого. Как мы еще не придумали. Посмотри сюда. Нужно еще как-то вот это сюда засунуть. Да. Не проходит. Ну, пройдет. Ребята, уже вечер. Мы сегодня никуда не поехали, никуда не выдвинулись из дома, кроме как двора. Погуляли во дворе немножечко, пошарились, подышали свежим воздухом. И сейчас покажу вам, что вообще происходит. Сейчас. 5 сек. Большой привет, кстати, Тёме с Настей. Сегодня Тёма прислал видос в Вайбере. Ходил на Гроги. Гроги — омская группа, но говорит, что-то совсем, говорит, тухло стало в андеграунде омском. И мы бы, если бы я бы не уехал, не покинул группу Чекаут, можно сказать так. Ну, как бы покинул, так-то мы все-таки остаемся группой.
то мы бы были бы королевом. Сейчас покажу. Покажу кое-что. Чекочек покажу. Чекочек покажу. Я тут печенье готовлю. Да я решил, чего печенье не приготовить. Ладно, шучу. Все лавры забираю себе. Алиска. Печеньки и торт. Да, только это, ну, не печеньки, а корзинки. Корзинки, которые будут на... Да? Которые наполнятся веганской сгущенкой вареной. А Алиска делает основу для тортика, для кешью кейка. Это орехи молотые и финики. Мы уже одну упаковку вот этого халифа, прикиньте, умяли. Офигенские, офигенские. Они вообще другие, то есть, ну, капец, это прям вот как будто бы... Если бы мне бы дали так попробовать, не глядя там закрытыми глазами, я бы сказал, что это вообще не финики. Ну, потому да, что вкус вообще другой. И они черные. Да, и не... Они прям черные. Да, и у них эти косточки светлые-пресветлые. Еще же, блин, финиковая пальма, да? Сортов сколько? Ну, понятно, да, в принципе, есть да. Королевские да. Финики, шмаровецкие. Короче, будем надеяться, что все-таки там нет сахара. Да, стопудово нет, потому что они... 10 раз менее сладкие, чем вот эти вот, Финики простые, они, типа в сиропе, в карамельном в каком-то. Цена не сильно отличается. Ну да. Хотя как не сильно, здесь типа, если в магазине брать, то раз в два дороже, конечно, то получается, да-да-да. Ну короче, тортик на завтра, а печеньки, точнее корзинки на сегодня, а я еще буду делать кофе. Да. Короче, из-за того, что стол уже теперь в столовой как бы стоит, я подумал, что, блин, нафига стоять компу, ну, системному блоку там в углу. Теперь монитор стоит на системнике, и в любой момент можно взять там, там же это, беспроводная и клавиатура, и мышка, взять и погамать во что-то. Да все слышно! Я всех перекричу! Че у тебя, на каком этапе? Корж уже готов? Да. Второй-третий не готов. Не, я без. По этапу Москва, Владивосток. По этапу. Кофеёк давно не взбивали, решили взбить молоко. В этот раз и очень прикольно это смотрится. Покажи готовые два. Ребята, мы только что посмотрели фильм «Бруно». Господи, это был вообще просто адский. По-моему, было вообще зря час 20. Слышишь, это нормальный фильм, но что ты? Ну, брату понравился, говорит, ништяк. Но, говорит, даже в таком бы снялся. Пересматривать. Ну, я пересмотрю. Завтра? Да нет, сейчас прям. Пересматриваю. Вот, короче, смотрите, сколько шариков надули. Бандули. Вообще. Знаете почему? Да просто так. Как вы поняли, что мы вечером уже никуда не поехали, потому как нужно было делать торт. Да. И бабу Алиска доделала, и уборку потом сделали. И поэтому вообще просто уже потом посмотрели на время, и было уже 7:20, и мы такие, да. Куда уже, чего ехать. В итоге проторчали дом. При том, что это нужно было еще торт делать. Тортом я занималась два часа. Ну и то, украшать его будем завтра еще. В общем, у племянницы день рождения, поэтому мы шарики надули, да, завтра, чтобы проснулась. И тут 120 шариков, минус 4. Один лопнул вот так у брата, и 3 лопнули потом еще, да. Все надули вообще, все 120. Ну, короче, не без потерь. Все, ладно, ребят. Спать охота капец, как уже, я не знаю, сколько времени. Сейчас посмотрю. Полперва, наверное. Да, 35 минут. У тебя часы прям четкие, биологические. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, не смотрите Бруно. До завтра. Пока!